Hello guys, с вами Шимики, и это у нас новая игруха в жанре я ищу и тип того. И у нас это магическая энциклопедия. Если что, говорю, у меня сразу есть просто диски. И на дисках это все. Окей, том 1. Я, если что, проверял сразу игруху, да? Ну, такая нормальная, в принципе. Добро пожаловать в Академию Магии, место, где лучшие волшебники обучают искусству использования чего-то. Использования стихий, скорее всего. Фу, вода плохая. Это история о Катрине, лучшей ученице Академии. В последний день экзамена она получила странное послание. Бумажный журавлик принес тревожные вести. Странное послание, в нем есть символы перемещения. Загадка журавлика кажется мне гораздо интереснее, чем разбор фотографий из библиотеки. Возьму с собой амулеты, доставшиеся мне от родителей. С помощью символа на послании и артефакта перемещения я попаду куда надо. Так, нажмите далее. Окей. Так, карта. Майя, пирамиды. Ну, поехали. Так, здесь я уже думаю, нам стоит с вами юзать. Приветствую вас. Журавлик укажет вам, куда обратить внимание. Это артефакт ремонта. В нем отображаются детали предметов, которые нужно найти. Нажмите на первый элемент молота. От элемента осталась только тень. Это означает, что он уже найден. Соберите молот. Хорошо, собираю молот твой. Но я просто вижу много деталей, которые еще можно собрать, но если только молот. А, он мне мигает, оказывается. А, молот собран, но артефакт бездействует. Найдите кристалл, чтобы активировать артефакт ремонта. Это вот этот кристальчик. Да. Здесь отображаются найденные предметы. Предмет нужно использовать. Возьмите молот. Используйте молот, чтобы разбить кувшин. Возьмите кусок веточки, который был спрятан в кувшине. Всё. Нажмите на вопросик. Получите подсказку. Вопросы на уровне и вопрос с плюсом. Способ заработать подсказки. С помощью артефакта перемещения вы можете открыть карту и переместиться в любую доступную точку. Вперед к разгадке древних магических тайн. Окей, вот это походу у нас прогрессик, да, идет? Школа прогресса. Давайте сначала посмотрим, сколько-то здесь у нас всего. Место 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, значит, если мы будем успевать, мы будем с вами по 5. То есть это 3 серии у нас выйдет в сумме. Ладненько, давайте тогда смотреть. Мне кажется, он хочет чихнуть. О, здесь уже более-менее, если отличая от той тайны зеркал... Там ничего такого уже нету было, а здесь более прикольней. И графика, ну, немножко, да, поприятнее будет для глаза. Так, кувшинчики. Так, знаки вопроса. Вот это все-таки прогресс, да, как я понял? Так, еще где-то знак вопроса есть один. Так, почухать нос тебе нужно? Палкой? О. Часть детали. Так, вижу еще часть детали. Так, сюда нужно вставить, походу. Это какой-то ключ. Понятно. Так, часть. О, рукоятка еще, точняк. Так, это можно... Эта ветка еле держится.
А раньше эта стена была явно выше. Здание горит. Здание горит. Знаки какие-то появляются. Так. Знак... Короче, крест, птица, хрень. А, ну и тут видно хорошо. А хрень? Вот это что ли? Так. Там камень, 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 камень был. На этой свитке уже два символа перемещения. Меня кто-то куда-то ведет. Так, нажать далее. Там камешек был. Скорее всего, можно собирать. А, подождите, а может флаг? Это значит, я это уже прошел? Да. Кристаллов 0, всего 0. Так, что у нас есть? Майя стены. Так, это пирамида, майя стены. А это Индокитай. Давайте Индокитай вообще потом. Сначала разберемся с этой частью земли. Так, сейчас доступны сразу два уровня. Некоторые нужные предметы могут находиться на другом уровне. Окей, значит, нам придется с вами перемещаться. Вижу кристальчик. А вы нашли кристалл для амулета из шкатулки. Окей. Ищите кристаллы и активируйте амулеты. Хорошо. Так, так, так. Статуи. Еще вижу кристалл зеленый. Кусок пирамиды, молота, часть кольца. И какой-то горшок. Так, вижу молоточки, куда можно посмотреть. Нужно попробовать сыграть. Но чем? А, это число подсказок, да, оказывается? Хорошо. Так, тотемчик сюда нужно где-то всунуть. Это нихера у меня не берется. Так, вот это очень сильно выделяется, вот это выделяется. Ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту. Хорошо, это сюда. Кусок отсутствует. Ого, какое-то странное зеркало. Соберите изображение. Так, надеюсь, правильно. Оп. Блин, у меня хель с мышкой. Нужно мышку новую покупать. Ай, блин. Ё-моё, оно само подставляется, когда все правильно. Ну ладно. Ты нажмись ты. А, не проблема тогда. Готово. Засветился. Здесь уже идут головоломочки у нас. Так, какая-то хрень. Так, нам нужно кусок статуи найти. Еще два куска статуи. Так, здесь что-то есть. Кусок стены еле держится. Значит, чем-то его можно сломать. Так, два куска. Ладно, давайте тогда... Блин, почему это не берется? О, голова, часть головы. И все, я ничего не вижу. Ладно, давайте тогда, если два мира у нас между собой чем-то связаны, пойдем в другие города. Но я хочу все равно сюда зайти... И взять, попытаться тот зеленый кристальчик. Если он возьмется, значит это хорошо. Нет, он не берется, значит да. Это все пишут. Здесь ничего нету. Здесь осталось искать три вещи. Здесь два кристалла, и искать нужно еще пять вещей. Отправляемся. Так, окей. Цветы, монеты, плита, палка, бананы. Ну, монеты, я думаю, тут самое будет проще найти. Так, знак вопроса. Так, кристальчик. Кусочек, кристальчик, бананчик. Так, там какая-то, я вижу, уже головоломка у нас. Место для даров богов. Окей, для даров хорошо. Переместите все диски, окей, я понял. Диски на правый столбик, хорошо. Главное, что они сказали, что на правый.
Но я думаю, это будет долговато немного. Так. 15 минут нам дают на решение. Ха. Ну, с таким я справлялся. Справлялся где и не 4 этих штук, а и 6 штук. Довольно легко. Только нужно думать. Блин, можно быстрее это ускорить процесс поднятия? Так, сюда перемещаем. Пятнашки, пятнашки. Я говорю, это довольно легко. Так, нам нужно еще одну монету, еще целую плиту найти где-то. Ну, далее более-менее уже будет легко. Далее будет простовато. Так, у нас есть одна часть даров, скорее бананы и монета тут тоже дары. Все, готово, ништяк. Отлично. Монета. Хорошо. Так, нашел еще часть бананов. Копье, скорее всего, будет здесь. Ладно, давайте сначала дары дадим. Да блин, нажмись. Куда ты меня приведешь? В чем дело? Это и было задумано? А, не хватает части, ясно, треугольника не хватает. Окей. Будет посложновато, потому что здесь есть определенное количество, сколько я могу разношать. Так, вижу копье, хорошо. В принципе, так это оно. О, да. Знаешь, здесь... А, последний час, скорее всего, здесь будет. Окей, отправляемся в другой мир. Отправляемся мы с вами там, где почти стена сейчас упадет. Нужно, походу, метнуть туда наше копьецо. Чтобы часть стены отвалилась. Ну-ка. Да, моя задумка правильная. Так, часть Будды, хорошо. Еще кусок палки нужно найти. Так, давайте я сначала статую прицеплю. А, вот часть палки как раз нашлась. Так, побомбить в бубен. Ха. Нужно найти зуб, отлично. Треугольник мы сейчас... Зуб это, скорее всего, вот эта часть, которая нам нужна, последняя. Да, здесь уже более-менее побегушки туда-сюда. Ну, тут хотя бы вещи зависят друг от друга чем-то. Так, ништяк. То, что нужно. Все, мы все выполнили, можно отсюда ходить. Блин, почему он так много весит? 13 гигов, 10 гигов. Хотя я записываю не так уж много. Это я говорю за игру, которую мы перед этой проходили. Про тайное зеркало. Так, часть зуба, челик, держи. Откуда здесь фотографии моей семьи? Неужели это мой старший брат Роджер? В какую же историю он снова попал? Привет, сестренка. В силу обстоятельств, типа, я оставил тебе эту записку, как бы смешно это не звучало, ты сможешь найти меня, только следуя за подсказками. Окей. Окей, хорошо. Так уж быть, помогу, спасу. Так, ну хотя здесь у нас одна комната. С одной головоломкой. Хорошо, ключ, кран. Ключ, кран, знамена. Призрак? Грустное привидение садовника не даст пройти в двери. Ого.
Еще знак вопросика. Так, не хватает экрана. А вот наш кран. А, все равно часть экрана не хватает. Нашел кран. Так, еще кристальчик. Палки, 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 палки. Часть ключа. Ну, зеленый мы почти собрали, считайте, вот. Так, часть ножницы. Ну, здесь все находится в одном месте, поэтому нужно искать. Так. Так, лопату. Откопай мне, что ты мне откопал. Так, остались только лезвия ножниц. Скорее всего, они слитные будут. Это в головоломке, да? Так, соедините краны со флягами так, чтобы вода нигде не протекала. Хорошо. Это довольно просто, я надеюсь, будет. Так. Да, довольно просто. Только кран почему-то разных цветов, вот это меня смущает. Вот это вот меня немножко смущает. Нет, стоп. Все правильно я делал. Так, воду сюда. Ага, либо не сюда. А вода все равно здесь протекает тогда. Готово. А, с водой нужно соединить точно. Так, все расцвело. Замок заперт. Да ё-моё, нажмите. Но меня старик не пропустит. Так, чистая прозрачная вода. Чистая прозрачная вода. Такие красивые розы. Да? А куда мне этот сувать? Я ножницы не вижу, части ножниц. О, нашел, ладно, одну часть. Еще одна хер знает, где будет. Спрятана. Сто пудов она спрятана. Я ее не вижу. Нашел. Подсказку буду юзать в последний момент. Чел, тебе нужно... Ой, спасибо. Уху-ху-ху. То есть ты решил сделать так, да? Окей, шары, кристаллы. Молоток, знак вопроса. Штык какой-то. Так, фляга, знак вопроса, еще один. Черная херь. Так, опять головоломки, зернышки. Ладно, они хотя бы более-менее большие. Так, кувшин. Зеркало треснуло. Магический шарик нужно. Так, символ. Символ, символ. Сюда. Штык. Сова хочет есть и пить. Так, ну насчет воды я могу помочь. Все, здесь я все сделал, потому что у меня лопнул. Так, головоломка, поехали. Соберите три созвездия по образу скорпиона, тельца. Ух ты ж, ё-моё. Так, да, сейчас с моей мышкой я буду жестко это делать все. Типа, угадай, куда тыкнуть, да? А, оно само тыкается. Хорошо. Облегчает работу, честно. Если так, тогда это все облегчает. Это все дело облегчает. Только если бы у меня мышка еще нормально работала и брала то, что я говорю. Так, так. Сколько,
Зацепите меня, мышка. Не, это довольно легко, ребят. Это довольно легко. Так, сюда. Как меня бесит эта мышка уже. Не может нормально, стандартно работать. Еще одна звезда, где я пропустил? Так, в клешнях... В клешнях все есть. В хвосте здесь. Бычара. Так, раз. Где рога его? Ладно, пока не вижу, давайте тогда от этого, от этой звезды. Так, все проявляется, значит, все хорошо. Хорошо, что все хорошо. Так. Так, отлично, все нажимается. Но я думаю, это недолго. Потому игры там, где нужно удерживать, я не играю. В CSGO, ну тоже такая же херь. Хочешь пострелять зажимом, а хер тебе. Не позажимаешь. Так, ладно, глаз. Здесь сделали 3-3-3. В спине не хватает. Отлично, остался стрелец. Так, макушка головы. Нос. Дай мне мелкую звезду. Плечо. Хвост мне нужно. Хвост. Ноготь сломал, сука. Так, сюда, в колено, на живот, на грудочек и на спину. А, еще один есть. А тебя куда? Так, здесь есть, рука есть. Так, плечо, рука, нога, 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 копыта в копыте. Так, хорошо, кусок. Камни. Зернышки. Так, еще где-то одно зерно. Молот нужен. Так, на. Хочешь, попей пока что. А насчет этого сорян, я не знаю. А кусок молотка нашел, окей. Зерно. Одно сраное зерно нужно найти. Не, здесь уже точно все, потому что там стекло лопнуло. Одно маленькое зернышко. И два куска молотка. Угу. Угу. Ага, хуй на ним. Ладно, стекло это нужно разбить, и там будет зернышко. Значит, нужно искать молоток. Логично, логично. Часть молотка, где же ты? Молоток, молоток. Главное, что здесь подсказки с количеством нажатий. То есть оно мне не все покажет, что мне нужно.
Сова, да я понял, что ты хочешь есть и пить. Остриё куда? Нужно первым делом понять, куда остриё сувать. Может, тебе подковырнуть можно? Нет. Ворону не убьешь. Это ничего не тушится. Можешь ее так просто пробить. Ладно, подсказку. Знаете, какой минус? У меня же здесь экран аж нету, да? Откуда я мог знать, что там зерно? Да, все-таки зерно лучше оставлять себе. Ой, зерно, подсказку хоть одну. Вот на такие моменты. Часть, короче, часть молотка. Часть молотка, где ты можешь быть? Только не говорите, что тоже там. Да нет, там ничего нету. Выход в сад, мне это не нужно. Мне нужна часть молотка, которую я не вижу нихуя. Где мой молоток? Не знаю, может вы, конечно, уже давно его увидели, но я его не вижу. Окей. В смысле они скрыты? Вы что, охерели? Как они скрыты? Вы гоните? Окей, пошлите далее отсюда тогда. Странно. Все скрыто. А куда мне тогда это девать? Нужно найти одну вещь. Они говорят, что там скрыто. Скрыто. Блять, а что мне делать? Тут что-то делать. Вы нашли все, что можно. Я знаю. Все оставшиеся элементы пока что скрыты. То есть, вот это значит, оно покажет, что мне куда нужно действовать, да? О, нашел, ништяк. Кто же знал? Кто же знал? Шкатулку мы нашли. Странная шкатулка. Какой сладкий запах. Что это? Драконы разрушают город? Не может быть. Это не должно быть нашим будущим. Нет, это прошлое. И вот то оружие, которое недоступное царству чему-то там. Три части стрелы. Меч, стрела. Что ж в последнее? А, что в послании? Срок действия заклятий истекает. Драконы рвутся на свободу. Я должна найти все три части. Собрать заставку. Что? Я не успел. Можно заново начать? Ладно, не хочу все. Окей. Давайте, короче, это уже пойдем в следующей серии. В Египет. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.